Современному человеку так не хватает качественного отдыха, о котором многие забывают в суете обыденной жизни. И тут на помощь приходит ваш спутник Гермес. 2015 год в компании «Спутник Гермес» пройдет под девизом «Время отдыхать в России». Сегодня российские туристы, утолив свое любопытство по поводу дешевого отдыха в таких странах, как Египет, Турция, Греция, вновь возвращаются к отдыху на Черноморском побережье. А чем у нас-то хуже? Не хуже, а во многом даже лучше. Сегодня россияне с удовольствием выбирают обновленный после Олимпийских игр Сочи. Это не просто красивый курорт, это настоящая летняя столица России. Ваш спутник Гермес знает самые уютные, комфортабельные отели этого города и с радостью вам их покажет. В 2014 году там был открыт большой курортный комплекс на базе прибрежной зоны Олимпийского городка. И сейчас там функционирует большое количество отелей, абсолютно новых, в принципе, на любой кошелек. Среди них такие курортные комплексы, как Екатерининский квартал, Азимут отель, Бридж, Редисон Блю и многие другие, отелями со своими пляжами, со своими открытыми и закрытыми бассейнами. Плюс они находятся в пешей доступности от знаменитого Олимпийского парка, от известного всем уже россиянам стадиона Фишт и знаменитого парка аттракционов Сочи парк. Приятно будут удивлены выбором отелей те, кто собирается провести свой отпуск в Крыму. Любите пляжный отдых или активные прогулки по горам? А может, вы предпочитаете экскурсионный отдых? Менеджеры компании «Спутник Гермес» помогут вам сделать выбор. Песчаные пляжи с мелким песочком, которые чудесно подойдут для отдыха с детьми, расположены на восточном и западном берегу Крыма. Ну и излюбленный туристами южный берег Крыма, который полностью утопает в зелени. Кроме того, мы предлагаем для наших активных и любознательных туристов возможность узнать Крым получше в экскурсионном туре «Крымская кругосветка». Изюминка этого года – тур по винодельческим предприятиям в Крыму. Для любителей благородного напитка ваш спутник заготовил по-настоящему насыщенную программу. Море лечит, и с этим не поспоришь. Если вы желаете в процессе отдыха еще и подправить свое самочувствие, Крым – лучший вариант. Уникальная геология полуострова сделала природу Крыма настоящей кладовой здоровья. Здесь давно и успешно лечат лор-заболевания, нервную систему, желудочно-кишечный тракт. Ну и благодаря уникальному месторождению сакских грязей сюда отправляются на лечение люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, которые после пребывания в санаториях просто буквально обретают вторую жизнь и встают на ноги. Качественно отдохнуть и набраться сил можно даже не выезжая за пределы Самарской области. Не верите? Ваш спутник Гермес это докажет. Вы только задумайтесь, как мы проводим свои выходные. Лежим на диване, переключая каналы, бродим по магазинам, ну или в лучшем случае отправимся в кафе или кино. Надоело? Хочется ярких впечатлений? Тут на помощь приходит ваш спутник Гермес и предлагает туры выходного дня по Самарскому краю. Так, вот ближайшее из событий. Мы приглашаем 5 апреля в сборный автобусный тур в Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь на светлый праздник Вербное воскресенье. Очень интересный экскурсионный тур. По ходу движения маршруту жители и туристы узнают, познакомятся с историей Самары, Тольятти, строительством Жигулевской гидроэлектростанции, познакомятся с уникальными самобытными старинными селами Самарской Луки. Вот. Ну и, конечно же, побывают в самом красивом и уникальным, наверное, по красоте у нас в Самарской области и по уединенности – это в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре. Повезло нам, самарцам, что город наш раскинулся на великой матушке Волге. С началом навигации ваш спутник Гермес будет радовать увлекательными турами по воде. Так, начиная с 9 мая от речного вокзала, два раза в день будет отходить двухпалубный теплоход «Петр Алабин».
на дневные двухчасовые прогулки с 12 до 14 и с 15 до 17 часов, во время которых можно будет уединиться от городской суеты, посмотреть на наш красивый город со стороны Волги, узнать очень много интересного, потому что будет экскурсионная программа, будут работать на борту аниматоры, так что для всей семьи, для тех, у кого будет отпуск, для гостей города, это отличная возможность за такой короткий промежуток времени полюбоваться красотами Жигулевских гор, города Самары, набережной, и отдохнуть, подышать чистым волжским воздухом. Самарская область богата событийными мероприятиями. В летний период проходит множество фестивалей. Спутник Гермес поможет вам стать их участником. Вы окажетесь в самом центре событий. Так, с 29 по 30 мая всех желающих мы приглашаем в суточный круиз на теплоходе Петр Алабин до города Тольятти. В эти даты пройдет международный фестиваль, выставка «Волга Боут Шоу». Это очень крупная выставка яхт и катеров, которая проходит у нас в России, да и даже в Европе. Очень масштабная, зрелищная. А помимо самой выставки и шоу-программ, которые будут предлагаться на ее территории, наши туристы посетят автобусную экскурсию по городу Тольятти, побывают в техническом музее «АвтоВАЗа», конечно, побывают на самой выставке, ну и отдохнут на Волге, на теплоходе. На День молодежи мы организуем суточный рейс на международный фестиваль «Барабаны мира», который пройдет у нас 27 июня. Вот. А уже на следующий день, 28 июля, мы приглашаем всех тоже в суточный круиз на международный фестиваль «Классика над Волгой». Многие и многие тематические прогулки будут организованы на теплоходе «Петр Алабин». День России, День защиты детей, выпускной день пивовара. Следите за расписанием на сайте. Любой праздник вместе с вашим спутником «Гермес» будет ярче, громче и веселее. Чтобы путешествие было ярким, запоминающимся, доверьте свой отдых профессионалам. Ваш спутник «Гермес».